весной, когда нету взятка, надо не овощину давать семьям, а хорошую сушь. Прежде чем ее дать, ее надо почистить от кусков старого воска, от кусков прополиса, от каких-нибудь вот фигнюшек. Весной надо стараться сушь дать, чтобы в ней были только пчелиные соты. Трутовые лучше не надо давать. Вот такую рамку надо забраковать. Для того, чтобы второй раз проволоку не натягивать, я делаю так вот. Старую проволоку оставляю, ножом вырезаю старую ненужную сушь. Экономия проволоки и времени. Потом не надо будет уже натягивать проволоку. Проверим. О, хорошо натянуто, значит, ее не будем убирать. Воск надо бережно собирать, потом мы его перетопим и обменяем на овощину. Опа. Еще рамки возьмем. Приготовим их. Если хорошие, значит, мы будем подставлять их. Если плохая, на перетопку, ну, трудовой ячейки. Так, отложим. Мы их пока отложим в сторону. Летом, когда начнет сильный медосбор, можем их подставить. Хорошая рамочка, мы ее и подставим. О, это на браковку. Облака пошли, погода испортилась. Вот пока погода плохая, надо ремонтировать рамки, чистить их. А то когда погода будет хорошая, с пчелами надо работать. Опять хорошая. Две рамки отложили. Вот глубокие ячейки. Это мы лучше под мед эту рамку пустим. Ячейки глубокие. У них меда побольше будет.
Под расплод не надо ее отпускать. Глубина большая, хорошая. Мы ее отложим в сторону. Совсем вот трутовые ячейки эти. И тут отвертка плохая. Это все чистить, удалять. И навасивать будем. Рамочка хорошая потом будет. Можем пока оставить. Когда будет медосбор, мы ее подставим. Пчелы отстроят, и мед на ее понесут. О. Вот рамочка хорошенькая.